Приветствую вас на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре гидравлический подкатной домкрат Matrix 51040. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Гидравлический подкатной домкрат Matrix Master 51040 – высококачественная конструкция, которая чаще всего используется на станциях технического обслуживания в автосервисах. Гидравлический домкрат имеет подкатную конструкцию, присутствующая в его оснащении опорная площадь размещена на рычаге, который поднимается рабочим поршнем. Домкрат изготовлен из высокопрочного металла, который защищен от образования коррозии и прослужит долгие годы. Колеса на основании подкатного домкрата позволяют быстро и точно установить его в необходимом месте. Рукоятка позволяет при минимальных усилиях плавно поднять груз и точно его зафиксировать на заданной высоте. Оформленное в стандартном серо-черном цвете устройство весит 20,5 кг. В комплекте кроме самого домкрата и документации вы ничего не найдете. Упаковка картон. Домкрат идеально подойдет для владельца кроссовера и выручит его в межсезонье, когда необходимо переобуть машину и заменить летнюю резину на зимнюю. Представленная модель станет хорошим приобретением для автосервиса, пункта ТО или шиномонтажа, где часто требуется поднимать тяжелые транспортные средства на определенную высоту для последующего проведения ремонтных работ под ними. Данная модель оборудована клапаном безопасности, благодаря которому предотвращается подъем груза по своей массе, превышающего заявленную производителем максимальную грузоподъемность. Данная модель подходит для работы с транспортными средствами, чей вес не превышает 3 тонн. Минимальная высота подхвата домкрата равняется 15 сантиметрам. Максимальная высота, на которую домкрат способен поднять автомобиль, достигает 53 сантиметров. Преимущества: плавный подъем и спуск, качественное исполнение, долгий срок службы, защита от коррозии, не требует специального обслуживания. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Нет ручки для переноски, нет резинового упора, нет кейса, весит как танк, сварочные швы слабые, вытекает масло, маленькие колесики. Но есть и позитивные отзывы. Подхват и максимальный вылет отличные. Простой в эксплуатации. Сделан добротно. Очень экономит время. Достойная цена. В запасе есть ремкомплект сальников. Универсальный, мощный. Возможно, вы станете владельцем этой модели домкрата. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!